Якари! Привет! Пойдем с нами стрелять из лука! Не могу! С этим якари всегда так. Надеюсь, он хотя бы вернется в лагерь. Ты что, боишься проиграть девушке, бычья грива? Что? Да у тебя нет шансов, радуга. Ну, хотя бы потренирую меткость. Да, эти контрасты, это очень важно. Якари! Ну, кто кого? Ветер сдул мою мишень. А мне этим утром встретился Литл Гром. Правда? Литл Гром? Прости, тихоход! Прости, тихоход! Прости, тихоход! Псс! Он правда так быстро, как говорят? А? Кто? Тихоход? Нет! Литл Гром! Кто же еще? Простите. Эй, пойдем завтра с утра за охотниками. Не-а, мой отец не позволит. Не-а, только храбрым позволено ловить мустангов. Но я храбрый! Храбрый носит перья храбрости. Эй, стойте! С мустангами может быть и Литл Гром. Стойте! Литл Гром? Он здесь! Видишь? Я говорил, он будет здесь. Пригнись, нас увидят. Тот нас. Без меня. Что? Нет, Якари. На этот раз он точно куда-нибудь влипнет. Его родители не обрадуются. Веслоухий? Мы говорили ему, не ходи. Да, но он не слушал. Якари прежде не уходил так далеко. И в одиночку? Я послала за ним Веслоухова, но он не вернулся. Это я виноват. Я предложил пойти посмотреть лошадей. Что ты? Это не твоя вина, мальчик мой. А? Эй, что ты делаешь, радуга? Зоркий глаз сказал, что пойдет искать сына. Старейшины, что племя не может ждать их возвращения. Что? Мы не уйдем без Якари. О, племя должно уйти как можно быстрее. Ари. Да. Что? Нет, дети. Племени нужна ваша помощь со сборами. И идти по следам Якари может быть опасно. Да, да. Он так и сказал.